В Лангепасе разыскивают водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. ЧП произошло в начале июля. В период времени с 13 часов до 14 часов 3 июля 2024 года неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на стоящий автомобиль Nissan Micra возле дома номер 23, расположенного по улице Ленина. В нарушение пункта 2.5 правил дорожного движения водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет, а также административный арест на срок до 15 суток, согласно части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Все, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, могут обратиться в отдел госавтоинспекции, либо позвонить по номеру телефона 02 или 9 15 86. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют, если вы стали свидетелем подобных инцидентов, сразу же обратитесь в полицию.